Всем привет, мы снова встретились. Пришло время еще одного обновления. Что-то новое и исправление старого. Ага, вы все время спрашивали, велосипед когда? Ну, а теперь велосипеды. Приготовьте спортивные костюмы и шорты. Будь то шлем или нет, и приготовьтесь кататься по дороге. Не заботьтесь о правилах дорожного движения, а зачем удивляться, почему вас ненавидят? В настоящее время доступен только один велосипед. Старый классика. Это велосипед, очень распространенный на хорватских сайтах. Может быть не быстрым, привлекательным или прочным, но он доставит вас туда. Итак, убегая от зомбаков, теперь просто садитесь и крутите педали. Внимание туристов, которые ищут идеального и дешевого места – кемпинг. Теперь вы можете установить свой трейлер или палатку, расслабиться, надеть носки и сандали и отправиться на первую гору, чтобы вы могли заблудиться и получить спасение. Под спасением мы подразумеваем убитых окружающих вас зомбаков. Какие мы видим? Что мы видим? Это какая-то пекарня была, наверное. Воу! Вот постоянно они меня так пугают. О, просыпались, смотри на них. Которые, вероятно, были людьми, у которых когда-то была такая же идея. Находится в секторе C0, ждем вашего приезда. У нас есть для вас кое-что новое. Добавлены глушители КМ-82 и Хантер. Исправлены ошибки. Когда вы автоматически переходили в АДС режим прицеливания при выходе из режима фокусирования. Когда бутылки никогда не исчезали. У травм С1 было слишком долгое время стабилизации. Иногда нельзя было вскрывать два сундука рядом друг с другом. При проверке боеприпасов иногда не отображалось количество боеприпасов. Вот, ложим трусы в шкаф. Ну, мы знаем некоторых труселейных маньяков, которые охотятся за трусами. Не будем тыкать пальцами. И вот, ваши трусы. Трусишки мои исчезают. А теперь отправимся на кемпинг. Вот это он, наверное. Печки. Лутабельная. Угу. Ломтики сыра. Не, скам атмосферная игра. Вот не играл в скам. Где-то месяц, наверное. Или два месяца. Заходишь в скам и жесть. Такая красотища. Просто неописуемая красота. Сейчас осмотрим новый кемпинг. Ну, атмосферно красиво. Звуки воды, палаточки. Можно водички попить. Ага, попил водички. Трейлер. Это типа можно занять себе трейлер, что ли? Так, а ну-ка. О, прикольно, я знаю. Короткий путь на крышу. Так. И чё, я могу его закрыть? Нет, нельзя. Замок повешать нельзя. Почему? Ну, я понимаю, почему. Я буду гнать свой велосипед. По той дороге меня найдут. Я буду гнать свой велосипед. О, а тут можно попить водички. Что там? Спаянький мой маленький. Так, это туалетная, да, балерочек. Ослик там где-то кричит. Так, а это домики уже такие посимпатичнее.
Перчаточки. Видим три домика на берегу. Очень все красиво, красочно. Причальчик такой. Ты чё, чуть не упал в воду. Такая кафешечка на берегу. Что у нас сегодня в менюхе? Давайте посмотрим. Эспрессо 10 кн. Латте. Капучино. Хот. Чоколате. Теа. Бир. А, это чайная такая. Дринкс. Можно бухануть. Чайка или кофейка. Да-да-да, посмотрим. Ладно, короче, что? На этом мы и закончим. С вами был Розе. Всем до новых встреч.